Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Иванюк Юрий, тренер команды управления Федеральной налоговой службы по городу Москве. Как вам игра, как соперник? Интересная игра была. Первый раз встретились с командой «Профис недвижимость». До этого уже 2 года принимали участие в турнире, никогда с ними не сталкивались. Первый раз с ним сыграли. Хорошая, интересная команда, боевая. У нас были сегодня потери в составе, у нас 6 человек не приехало. Но те ребята, которые приехали, бились, старались. Новые ребята, которые были, Константин Кошелев очень понравился, молодец, доказал. Вратарь вытащил все, что можно. Ну и наш лидер Александр Курилкин, наш капитан, сделал свое дело. А какие сложные моменты были? Сложные моменты — несыгранность, потому что не виделись давно, с последнего турнира мы нигде не играли. Плюс новые ребята, новые системы построения, защитники новые. То есть, а так в целом все нормально. Самое было сложно сегодня собраться. Отметили для себя какие-то слабые места, над которыми нужно работать к следующей игре? Да, да, слабые места — это то, что мы не собираемся в том составе, в котором нам надо. И у нас единственный запасной сегодня был, это второй вратарь команды. Но и он забил сегодня, значит, уже он не вратарь, значит, он уже плевой игрок. Как вам на новом поле? Ну, единственное, что раздевалки далеко, а так отличная поляна, искусственная, все, посмотрим, как дальше, может, принесет она нам успех, не принесет, но в целом отличные условия.